Ржевский Кирилл представляет. Всем привет, друзья! С вами Кирилл Ржевский. И сегодня я пришел к другу в гости, где буду у него играть в карты. Собственно говоря, играю я с двумя людьми, но так как они немножко не хотят себя показывать в кадр, я их снимать не буду. А, собственно, буду снимать только сам игровой процесс. Ну что же, вот я сам. Если вы меня, конечно, видите. Так, ну и начнем. Ну что ж, Дмитрий, раздавай карты. Ну, затянется это, разумеется, видео так на одно, наверное. Ну, может, максимум на два. Так что, их ребята... Их необычными картами. Ну что же, вот раздаются у нас карты. Играем 36 карт, как и нормальный дурак. То есть, я забыл сказать, что мы в дурака играем. Блядь, какой же я тупой, сука, вообще. Забыл сказать. Ты еще тупее. Это так, ну что же, у нас козырь 8. Давай лучше так будешь класть. Козырь у нас, короче, восьмерка пики. Да, ладно, пускай будет так. Восьмерка пики. Ну что же, и мы начинаем ходить. Так, тут мне, конечно, будет сейчас немножко неудобно, но... Так, ну, ребята, давайте... Так. Мы играем у нас на старшего. Ну что же, играем на старшего. Что у кого старшее? Король, тогда ходи. Так, ну что ж, я тут буду не сильно выставлять карты, потому чтобы их не было сильно заметно. Так, он сходил мне шестеркой. Кристи, блядь, я ему отобью даму, и пусть он сосет. Шутка. Шутка. Так. Нихера ж себе! Вот это ты умеешь подкидывать. Так, чем мне отбить эту боль? Вот я отобью, ой, нет, неправильно, да, вот этим, и отобью я это все вальтом. Да ты заебал, я забираю. Ребята, в этой игре не важно, кто победит, важно то, что я заснял по ней прохождение. Ну что же, сходил 6 червей. Мы переводного играем. Переводного, да. И у нас, кстати, переводной. У нас, кстати, переводной дурак. Ну что ж, забрал он 6. Забрал он самую слабую карту, 6 черви. Ну не дурак ли, ребят? Ладно, шутка. Шутка, нормальный чувак. Ну что ж, я скажу с семерки. Он сходит с семерки, а дурак автора этого видео. Так, хера ты им подкинул. Это же опасно так. Просил за кодекс, кстати. А кто его кинул? Здесь не я. Ну ладно. Ну я кинул черви. Тимон, ходи. Так, ну я бью это. Сейчас скажу чем. Я бью это вальтом. Ой, вальтом, бляха-муха. Вот этим вальтом я бью, я чуть козырь не отдал. Стоп. Ух-ху-ху-ху-ху. Полегче. Так, чем мне биться-то? А, дамой. То есть побил я все вальты у нас дамой. Да. Ну что же, теперь бита, и мы эту колоду откладываем. Ну что же, и раз я отбивался, значит я и хорош. Давайте посмотрим, ребят, что тут у меня из карт есть хорошее, с чего можно сходить. Так, ну что же, давайте с шестерки что ли сходим. Как говорится, сходим по одной, не мелочимся. Так, и... Противник бьет восьмеркой. Так, смотрим, у нас восьмерок нету, поэтому мы ничего не подкидываем. Нет, пошел, забирай. Что забирай? Нет, я тебе не покажу. Значит, бита. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Ни одну брать. Так, херня карта. Ничего страшного. Все будет нормально. 7. Ну вот. Ну что ж, подкидываем мы нашему противнику Дмитрию, который, собственно говоря, стремится к победе, стремится к выигрышу, но, собственно говоря, неизвестно, собственно говоря, победит он или нет. Так, девятка. Ну нету, все, бита, короче. Так, подожди, а эту семерку? А эту семерку отбивать, ты че? Ты че? Ну он же не отбил еще. 6. Нету. Давай, пошенди. У тебя шестерки есть? Нет. Так,
Хорошо. Ну что же, 1, 2, 3, 4, 5. Так, набирает он карту. Так, мне одну брать. Так, ну что же, опять говно попалось, но тем не менее, с него же... или нет, или не обью. Ну ладно, пофиг. Сходил он с бубновой шестерки, я отбил десяткой, он сходил за десяткой, я отбил даму, и я, собственно говоря, отбил вальтом. И у меня осталось на этот момент 3 карты. Что же, ну кто ж ходил, тот и набирает тому карты в руки. Ну что вы, ну ребята. Ладно, тогда я беру последнюю карту, раз уж я такой плохой мальчик. Давайте. Значит, ой, на середину, да. Сходим с девятки. С девятки крести, так сказать. Ага. У кого-то козырный король. Ага. Ну что ж, давайте ходить. Так, мне интересно, если он сходит. 8. Так, я ему подкину козырную восьмерку. Так, ну да, мы не перевели в этом кону, но ничего страшного. Подожди. Туз. Давай. Тузиком не отбей. Так, у нас осталась одна карта, ребята. Вот она, какая карта у нас осталась. Десятка нету. Все, ходи. Ходи под меня. Так, у меня одна карта, у него 3. Ну, я бью ее. Следовательно, разумеется, я из игры-то выхожу. Все. Ну что же, давайте досмотрим, собственно говоря, как сыграли наши мои, то есть противники в карты. Блин, тихо, не пали контору, блядь, не пали, я ж тебе сказал. Так, ходит Павел. Сходил он с туза, противник Дмитрий забрал. Собираюсь. Тот сходил с двух королей, он их, может быть, бы отбил, но он их всех забрал. Ну что же, довольно-таки мы выбыли. Как я уже говорил, главное в этом видео не то, кто выиграл, главное то, что мы... Теперь мы поиграли. Я посмотрю, что получилось. Ну что же, на этом все. Мы поиграли в карты. Это будет одно видео. Скоро я сделаю на канале видео, как я играю в ВК в онлайн дурака. И, ну, это будет уже побольше видео. Ну а с друзьями, разумеется, чуть поменьше, поскольку мне так не очень удобно снимать, там держать в руке карты, другой рукой снимать. В общем-то. Себя ну что же, с вами был Кирилл Ржевский. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, ешьте кашу по утрам, слушайтесь маму, ведите себя хорошо, не получайте двоек и всем пока.